В этом году юбилейная дата у комиссии по делам несовершеннолетних исполняется ей 100 лет. Вот, поэтому нами был заявлен конкурс на лучшую эмблему комиссии по делам несовершеннолетних города Череповца. Поступило много работ, жители города приняли активное участие. Это были и несовершеннолетние подростки, и взрослые. Очень много поступило работ из детских садов, из школ. Конкурс проходил с 12 декабря. К конкурсу, к оценкам жюри было принято 54 работы. И вот с этих 54 работ была выбрана, ну, лучшая работа. Также нам, конечно, понравились все работы. Дети с душой отнеслись. Очень интересные описания были представлены. Поэтому спасибо огромное всем участникам. То есть конкурс получился действительно настоящим, много участников, и все отнеслись душой. Эмблему победительницу создала ученица 10 класса школы номер 28 Екатерина Галстукова. В пояснительной записке девочка отметила, что решила изобразить ребенка с мамой и папой, ведь именно они, родители, самые главные защитники детей. Круглая форма эмблемы символизирует земной шар, на котором счастливая семья купается в солнечных лучах любви на ладошке. Она символизирует созидание, принятие и отдачу, гармонию и совершенство. Победителя торжественно наградят ДК-строитель 19 января. Эмблема должна быть оригинальной и создавать узнаваемый образ комиссии именно города Череповца. И, естественно, не повторяться тем эмблемам, которые мы видим в интернете. Что-то должна быть какая-то своя, индивидуальная, именно нашего города. Эта эмблема будет размещена на официальном сайте города и на других сайтах. И будет использоваться комиссией в качестве имиджевой символики. В каких-то наших мероприятиях, конференциях, еще где-то мы всегда будем использовать эту эмблему. Здорово, что у нас вот к юбилейной нашей дате появилась своя эмблема.